для меня лично эта игра сегодня, наверное, в физическом плане чуть полегче была. Сегодня более грамотно как-то перемещались, здорово выполняли установку, то есть никто лишнего не бегал. Вот, и поэтому чуть-чуть за счет этого меньше было движения в отборе мяча, потому что много времени контролировали мяч, и в физическом плане было полегче. А в эмоциональном плане здорово настроились. Прям то, что не получалось в предыдущих играх сделать, все сегодня прям молодцы, все здорово выполнили установку, прям каждое слово выполнили, и за счет этого нам получилось победить. Да, игра была абсолютно равная, я думаю, логичный исход был бы эта серия пенальти.